На Ямале планируют публичное размещение облигаций государственного займа для населения на 1 миллиард рублей. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Он пообещал ценные бумаги сделать более рентабельными, чем вклады на депозите. Ожидается, что это позволит вовлечь ямальцев в процесс инвестирования в экономику и снизит долговую нагрузку на бюджет. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 ноября уменьшит нормы провоза ручной клади и багажа по различным тарифам. В зимний сезон увеличивается объем верхней одежды, размещаемой на багажных полках. Это доставляет пассажирам дискомфорт. Привилегии для участников бонусной программы «Крылья» сохранятся в прежнем объеме. Мы славяне, мы едины. Сегодня в Новом Уренгое стартует 8-й открытый окружной фестиваль славянской культуры. В нем примут участие 270 человек, 16 солистов и 25 вокальных коллективов. Они представят на суд зрителей и жюри по два разнохарактерных произведения, одно из которых должно быть обязательно исполнено акапелла.